Это история о том, как мы чуть не опоздали на паром. В то время мы отдыхали на Греции, на острове Крит, и нам нужно было плыть на пароме в Афины. Хозяин квартиры, где мы жили, согласился нас подвезти на машине до автобусной остановки. До нее нужно было пилить очень далеко. И мы приехали на эту остановку, и оказалось, что автобусы ходили раньше, чем мы смотрели по расписанию. Вот. В итоге нам оставалось взять только такси. Такси были все Мерседесы, мы взяли Мерс, быстренько поехали до морского порта, приехали и начали суматошно искать, где же наша посадка, потому что паром должен был вот-вот отходить. И в итоге мы простояли в охрененно большой очереди, очень долго, и оказалось, что мы вообще не там стоим. Нам нужно было совершенно другое место. Мы суматошно начинаем перестраиваться, бежим в другое место, где очереди вообще не было. Наш паром чуть ли уже не отходит. И тут вспомните сцену из «Титаника», когда Джек со своим другом как раз они запрыгивали на борт «Титаника», помните? Они прям в последний момент отдают билет, у них спрашивают, есть ли у них блохи, и они садятся на корабль. Про блохи у нас не спрашивали. И мы заскочили чуть ли не когда он уже отплывал, и все там закрылось. Последний момент. Все, кто когда-нибудь опаздывал на поезда, и поезд уже трогается по пути, поймут нас. И потом мы спокойненько плыли. Вот такая история.